Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Влад, и вы на канале Riddles Murder Show. Сегодня я вам покажу одну, даже не знаю, как сказать, весьма интересную игру, которая действительно меня заинтересовала. Интересную игру заинтересовала, да, тавтология, я это прекрасно понимаю. В общем, данная игра доступна в Epic Games Store до 16 апреля, примерно до 6 часов вечера по московскому времени. Вот, абсолютно бесплатно, она на раздаче стоит. И хочу вам записать небольшое видео, точнее, я уже его записываю, как эта игра. Я читал о том, что она очень похожа на BioShock. Вот, сами его посмотрите. Вот это вот все это как будто реально это BioShock. Давайте попробуем хоть что-нибудь найти, что было на русском, все. Французский, испанский, немецкий, итальянский, русский. Аудиоязык. Так, а есть ли субтитры? Субтитры, да. Пускай тогда аудиоязык будет английский. Аудиоязык, блин. Вообще шикарно. Так, 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 все стоит, все хорошо, окей. Общее. Вроде как все нормально. Окей, все. Новая игра. Мы начинаем. Да. Это что-то связано с головоломками. Все такое надо будет решать и одновременно. Смысл вообще в том, что мы по сути играем за журналистку. По-моему, на корабле. И мы пытаемся найти свою сестру. По сути, по сюжету, по всему этому, ставили 9 из 10 критики. Гениально. А, да, это, кстати, сестра. Наша сестра. Окей. Моя дорогая сестра. Прости, что покинула тебя внезапно и без предупреждения. Отправляясь на Гелиос, это, кстати, корабль, вот, на котором и все будет происходить. Я решил все-таки оставить английский, как раз для того, чтобы вы ощутили всю атмосферу. Игра, кстати, 19-го года. Time and necessity has kept us apart, but that is about to change. We need you here aboard the Helios with me. I've enclosed a receiver, and as the name implies, it can receive signals through which we will communicate. Ага. I know little of this makes any sense right now, but I also know that you will keep your promise. I love. Да ладно, она прям к уху будет крепить, что ли? Pretty light on details. Ну, пока что нет. You leave without warning and now need me aboard the Helios. What aren't you telling me? То есть она на Гелиосе все-таки, да? Окей. Выйдите из комнаты. У нас появляются кое-какие задания. Давайте-ка осмотримся. Атмосфера. Уже чувствуется вот эта вот атмосфера. Это моя одежда. О, по кайфу. Ну-ка, а что у нас здесь с настройками? Все-таки, может, что-то еще лучше можно сделать? Высокая. А, если поставить очень высокое, интересно, будет лагать, нет? О, по-моему, приятнее стало. Если мне это не кажется. Но, по-моему, начало немножечко тормозить. Ладно, посмотрим, по сути. Так. Ага. Новый предмет найден. Восьмое чудо света. А, ни хрена себе кораблик. Вот это кораблик. Так, изучить. Триумф инженерной мысли во благо научного прогресса. Присоединяйтесь к команде Гелиоса.
Обращайтесь в ваш местный офис Вордэнклифф. Нормально. Так, и все? А, то есть я могу вращать еще. Или... А, нет, не полностью. Окей, окей. Окей. Так, здесь у нас что? Да, неплохо так, слушайте, неплохо. А зеркала нет, я хочу в зеркало посмотреться. Кстати, я же забыл вам название сказать. Если вы вдруг еще не поняли, это... Close to the Sun. Если я, конечно, не сказал об этом в начале, я уже даже не помню. Переводится, насколько я правильно понял, ближе к солнцу. То есть, мне кажется, у нас такой путь к солнцу. То есть мы из мрака, без сестры, мы движемся к солнцу, то есть к своей сестре. Окей. В смысле? Не-не-не, Гелиос, Гелиос это же вроде это, корабль. Как это, мы скоро прибудем на Гелиос? Или подождите, а мы не на Гелиосе, что ли? Чё, серьёзно? Мы... Слушайте, а весьма неплохо для обычной такой... Для обычно такого кораблика, я бы сказал. Такой шлюпки по сравнению с Гелиосом. Это вообще жесть. Так, погоди, а куда мне? Блин, я бы поплавал бы. Вы посмотрите, я бы сказал, что это Гелиос. Блин, просадки FPS, по-моему, нету. Окей. Изучить. Читай. Да, вот так пускай будет, как будто мы реально читаем. Британский флот в погоне за Гелиосом. Предполагаемое похищение, выдающаяся математика взволновала мир. Окей. Нас кого-то похитили. Мы требуем вернуть его, заявил премьер-министр. Уорденклифф отвергает обвинение и заявляет, что Максвелл присоединился добровольно. Это... Как его? Джеймс Максвелл или кто? Физик. По-моему, или как его там зовут? Международная группа дипломатов собирается, чтобы урегулировать растущую напряженность. Окей, я еще вспоминаю, я читал, что здесь это альтернативный мир, где сталкиваются как раз Тесла и... Как его, блин? Этот, второй, который лампочку придумал, якобы. Ладно, я уже не помню. Погуглите, если что. Так, окей. Бля, может, вспомню, а? Им же гордится вся Америка. А, вот, кстати, Тесла. Завоевание новых научных рубежей под руководством самого Николы Теслы. Изобретайте и применяйте инновации на практике без ненужных ограничений со стороны богачей и политиков. Ну, в этом, по сути, весь Тесла был. Блин, как я мог его забыть, ёлки-палки. Нет, там мокро. Окей, смотровая кабина, погнали. Не, ну, блин, чувствуется такая небольшая атмосфера Биошока всё-таки. Всё-таки как бы это практически в то же время это всё было. Твою мать. Как же охеренно-то. Нет, там мокро, и я выхожу туда, где мокро. Куда мне? Мне вот сюда вот, что ли, якобы? Или где смотровая кабина? Ты серьезно, мне сюда? Окей. А погоди, дай позырить. Блин, по кайфу. Так. Так. Во! Я вырубил свет просто. А, вот что я не мог ничего не увидеть-то здесь. Ничего не увидеть.
Окей, там было закрыто, да? Здесь открыто. Никакого зонтика. Есть маленькая шлюпка. Блин. Чувствуется такая атмосфера, я бы сказал даже. Может, даме предложите зонтик или чё? Я капитан, что ли, типа? А где все? И чё, одна, что ли, здесь? Что-то пыхтит, что-то все мигает. Вот, кажется, как женщины видят автомобиль. А закрыть никак, да? А, вот это вот хрень. Нихера. А, и на этом все, да? Ну ладно, ладно, нормально. В принципе, пока что мне нравится. Это, кстати, компания, которая разработала данную игру. Это разработчик. Федерико Беллингери. А, по-моему, итальянцев как раз разработана данная игра. Да, нехило такой кораблик. Знаете, как будто... Как будто на Титанике будем плыть. Знаете, такой похож альтернативный мир. Как в фильме «Лига выдающихся джентльменов». Нормально. Вообще огонь. Вот и «Close to the Sun». Интересно, здесь палевная музыка, нет? Потому что в Биошоке просто уйма палевной музыки. Это жесть. И довольно-таки прилично палевно. Close to the sun. Ближе к солнцу. Чё-то типа того. Если я, конечно, правильно перевожу. В сценках погони нажатие на кнопку приближения позволит вам оглянуться назад. Чего? Интересно, как здесь вообще все будет происходить. Глава первая, владение Гермеса. Ну-ка, детективчик в перемешку с каким-то экшончиком, наверное. А, да. Нажать же надо. Окей. Окей. Это мои ножки, это мои ручки. Нормально так одной управлять всем этим. Нормально. Нормально. А то есть... Блин, я задание профукал. Здесь как-то можно посмотреть задание? Вау. Поднимитесь на борт Гелиоса и установите связь с Адой. Предметы я должен собирать, оказывается, еще. А, держать не надо? Так, предметы. А можно мне монтировку, чтобы я ломал ящики? Серьезно, дайте мне монтировку хотя бы там. Че, приседать никак, что ли? А че я вообще могу делать? Вообще ничего не могу делать, кажись. Жестко-жестко вы меня, конечно. Прессуете тут, понимаете ли. Хрень, здесь куча просто кораблей. В корабле. Я как будто не в корабле, блин, а под каким-то куполом. Можно сказать. Либо какой-нибудь такой... Как бы выразиться-то правильно. Подожди, это я от одного корабля к другому, что ли? Возможно, конечно, и не предупредил. О, окей. Не, ну хоть показывает.
А серьезно, я просто хожу. А, то есть так, значит. То есть не И, ну не Е, чтобы использовать. Это у кого такая огромная длинная отрыжка? Хоть рот бы прикрыл. Здесь все-таки дама. У нас есть ноги? А тут обернуться же говорили можно. Да и я задницу хочу увидеть свою. Окей. Тут же еще предметы надо искать, да? Давайте сходим сюда. Посмотрим, что за место вообще. Ну и махина, конечно. Жесть. А, подождите, то есть... это же не корабль, это нам показалось, что это корабль. На самом деле, по-моему, нихера не корабль. Вот, на котором мы стоим, конечно же, сейчас. Вот я тоже задаюсь этим вопросом. Ау! Варденклифф. Не, серьезно, а как? То есть я уже решаю? Или я не решаю загадки? Seems like I'll have to let myself in. Ужас. Ты кто такой, чувак? Корабельная крыса. Активный шпион. Изолировать и уничтожить. Нормальное такое объявление о розыске, конечно. Так, есть что еще? Эдисон! Томас Эдисон! Вот, наконец-то! Наконец-то мне это в голову пришло, ёлки-палки. Тут столкновение Томаса Эдисона и Никола Теслы, вот. Все, вспомнил. Вот башка дрявая, а. А руку нельзя было показать, а? Там мостик поднялся. Прям так и со дна. Нормально. Это порты или... Что? Это не порты там явно. Чё? Ты чё? Так, окей, давайте пошли по сюжету всё-таки. Здесь не особо так. А может, мы всё-таки были на корабле? Электричество половине мира. Заполучить мир целиком. Чё-то всё-таки похоже на Томаса Эдисона. В некотором роде. О, зашибись. Корабль на карантине. Охренетительно просто. Ну, прекрасно. Ну, зашибись. Согласен. У нас есть какое-нибудь сохранение там, например, в управлении? Это общее. Это аудио. Это графика. Погодите, а у нас здесь вообще управление ничего не... Это джойстик, а это мышь. То есть мы, по сути, можем вообще на джойстике играть. Это прикольно.
Если вам понравится данная игра, вы напишите в комментарии об этом. Вот. Это не конец, я просто говорю. А, хотите ли вы продолжение или нет? Я об этом еще повторю в конце. Вот. Если что, можно попробовать на джойстике. Весьма интересно будет посмотреть на это. Так, дрожание камеры здесь даже есть. Паки управления не меняются, сохранение здесь, похоже, автоматическое. О, я приближать так могу? Правой кнопкой мыши нормально. По сути, это бродилка, это детектив приключенческий такой. И одновременно хер пойми, что здесь происходит. То есть все действия выполняю. То есть, по сути, я могу мышью играть и все. Ну и ходить. Здесь типа осторожно мокрый пол, что ли? Чё-то мне музыка не нравится. Science. И чё я сделал? В сценах погони была подсказка, то есть здесь обязательно сейчас будут какие-либо погони. Два предохранителя системы безопасности, блокирующих работу лифта. То есть мне обязательно нужен вон ту хрень. Да, слушайте. А что это было-то сейчас? Никола Тесла. Hello? Слышь, мазафакер. Anyone there? What the fuck? И я, дебилус, просто туда иду. То есть ни фонарика, ни хера, вообще ничего нет. Обосраться можно, бро, просто. А, ну, я, кажется, иду просто в мужской туалет. Блин, хоть обоссись ты на месте, блин. Да. This is Nikola Tesla. Оу. And unless it wasn't already obvious, this ship is under strict warranty. Ага. В смысле, это все автоматически, что ли? Будьте осторожны. Это просто замечательный прием. Что ты? Да. Офигительная просто игра, конечно. Британский флот... А. Группа Дипломс. Я ж это все читал уже. А чё одинаковая-то газета? То есть мы сейчас в Атлантическом океане. Приближаемся к Бермудскому треугольнику в некотором роде. Охренеть. И на корабле объявлен карантин. Нет, это газета старая. Во. Здесь что? О-хо-хо-хо. В соответствии с процедурой протокола А-12 офицеры встретили челнок из Сиднея по прибытии. Когда же гость не появился, как ожидалось, офицеры зашли на борт челнока для проведения стандартной поисковой процедуры. Гость на борту обнаружен не был. Также не было обнаружено каких-либо предметов одежды. Ясно. Хреновый перевод.
Возможно, здесь будет очень хреновый перевод на русском языке. Возможно. Я уже даже вижу это. Ладно, предметов одежды и документов, относящихся к Вордингклиффу. Дальнейший осмотр судна выявил заметную, хотя и не опасную, вмятину с правого борта челнока. Согласно судовым записям, на момент выхода из Сиднея этой вмятины не было. Из этого следует, что, возможно, во время следования к Гелиосу челнок был взят на абордаж другим судном. Это уже 11-й подобный инцидент только за последний год. Уязвимость наших автоматических челноков требует доработки. Регулярно пропадающие удостоверения личности и униформа Вордингклиффа может предоставить Эдисону достаточно информации для создания убедительных подделок. То есть полностью весь Гелиос был создан Николой Теслой? Это круто. Я еще не получил никаких заверений в том, что принимаются меры для предотвращения повторения этих инцидентов. Де Росси, офицер безопасности. Круто, круто, ничего не скажешь. О! Круто. Юн Хван Чой. Зашибись еще. А, это кореец. Я уж подумал, китаец, блин. И карантин, это просто идеально. 1843 год рождения, Корея, Сеул. Научный сотрудник лаборатории, срок пребывания бессрочный. И номер пропуска. Я не знаю, конечно, нам нужно это запоминать или нет. Возможно. А, то есть это всего лишь первый предмет? То есть газета, там всякие записки, это не относится, да? Я немного, конечно, расстроен. Чего? Ага. Ага. Ох уж это нагнетающая музыка, конечно. Блин, все заперто. И сцены гребаной погони. Кто здесь? 146-й. Мне кажется, она будет от... А. Я уж подумал, она будет открыта. Серьезно. Так. Окей, я туда попасть не могу. Я никуда попасть не могу. Соответственно, придется идти обратно. Это, блин, немного очково, потому что там был чувак какой-то. Мазафака. Обязательно с таким скрипом? Че, серьезно, Николу Теслу так вот показывать? Это, конечно, немного жестко. Возможно, здесь был шпион. А нахрена мне вот это вот открывать? Чтобы здесь ничего не было. Странные люди. Харнеск. Частный офис. Ну я Синпин, частный офис, конечно же. Как по-другому-то? Так, то есть здесь все закрыто. Я сюда попасть никак не могу. Перепрыгнуть тоже не могу. А как мне тогда это все открыть? А, ну если только вот сюда вот следовать. Ну блин, это опять же в темноте просто. Ну блин, это же, конечно, вообще жесть просто полнейшая.
Да, конечно, кто-то скажет. Да ну тебя, это же хрень, ты в World Last не играл. Да, скажу честно, я не играл. Но элемент неожиданности. Вот главная проблема наша. Страх весь исходит от элемента неожиданности. Все хорошие хорроры построены на элементе неожиданности. Как, конечно же, тот же самый и Outlast. Опять то же самое? Нет. Эдисон отрицает обвинение в шпионаже. Все доказательства косвенные, утверждает Эдисон. Готовится встречный иск. Ворденклифф отказался от комментариев. Тесла не пришел на предварительное слушание по делу о шпионаже Эдисона. Видите, столкновения вот эти вот. Шикарнейшие просто столкновения. Окей, мы до чего-нибудь интересного там дойдем, какой-нибудь поворотного сюжета. Или еще до чего-нибудь. Угу. Напрос исследователя Беккера мгновенно сократил распространение конфиденциальной информации между отделами. К сожалению, из-за этого предполагаемый информатор Эдисона затаился. По этой причине мы не смогли продвинуться дальше в своем расследовании того, какие именно сведения удалось получить шпиону. Я прошу вас проявить инициативу для постоянного обеспечения безопасности на Гелиосе. Мы не можем допустить еще одну масштабную диверсию. Одного раза вполне хватило. Я знаю, насколько мистер Т, это возможно мистер Тесла, я не знаю, мистер Т, не любит эти менее изощренные меры, но иногда есть смысл применять старые добрые методы. Штрутман, скорее всего, а не Штрутман, офицер информационной безопасности. Интересно, интересно. Перевод, конечно, говененький. Ничего не скажешь. Слышите, вы задрали? Пугать. О, еще здесь что-то. Вау. Французский климатолог Жанна Вильпре была замечена при посадке на рейсовый челнок Гелиоса. И что? И еще один выдающийся ученый присоединяется к постоянно растущей команде Гелиоса. То есть Тесла собирает ученых. Ну это круто. Предотвращена диверсия, челнок с Гелиоса уклоняется от тарана. Ага, то есть действительно, возможно, взято был на абордаж. У всех очки такие. Офигенные. Еще туда есть путь. Прикиньте, вот сюда выбегает какой-то, блин, чувак. В смысле, это все наверх должно было быть? Я там, кажется, неправильно сделал. Прикиньте, меня сейчас здесь запирают просто. Okay. Да все-таки закрывать one лучше, да? Ага. Вот так вот запереть. Вот так вот почитать. Еще один, что ли? Описание химеры. Представляет опасность. Известен под именами Матиас Эллис, Саймон Олдер, Эрнест Хэмсон. Хэмсон. Матиас Эллис, Саймон Олдер, Эрнест Хэмсон. Возможно, зря я туда пошел, а не сперва сюда. Так мне там нужно что-то включить, блин, с той стороны. Так, ну-ка. Блин, жаль, что я сохраниться не могу. Но, возможно, здесь мы не можем умереть. Это возможно. Хрен знает, конечно. Хрен знает, конечно, у нас будет ли какое-то оружие или еще что-то. Блин, тут столько всего. Это вообще... Это довольно-таки интересно.
Здесь, по сути, есть сюжет. А где есть сюжет? Там, возможно, будет хреновый сюжет. А, возможно, что-то интересное. Обязательно такой звук делать, сволочи вы, блин. О, еще один. Сильвия Бишоп. Англия, Лондон, 1860 год. Художественная выставка. 7 дней. Ага. Фу! Она явно любит побухать. Здесь она кого-то... Твою мать! Я подумал, кто-то сверху, блин, и здесь капает кровь. Это же кровь? Твою мать, ну здесь явно кровь. Явно кровь! И маска. Обосрашки, просто обосрашки. Класс, и я застрял. Так, окей, это что здесь? Никола Тесла нанимает офицера британской разведки для надзора за информационной безопасностью на Гелиосе. Еще один выдающийся ученый присоединяется к постоянно растущей команде Гелиоса. Так, это уже было. Так, и это что? Ай, блин. Инфосек только что отправил пневмопочту с подтверждением дат и мест. Он шпион Эдисона. Твое чутье снова сработало. Важно провести все гладко. Нам нужно вытащить из него все, что он знает. И не важно, захочет ли он говорить добровольно. Определенно, эта ситуация влево-влево. Я даю добро на творческий подход. Ситуация влево-влево. Я, кажется, понял прикол. Эта ситуация влево-влево. Так, окей. Мы выходим отсюда. Так ведь? Здесь все равно все открыто. Идем. Твою мать, ты кто? Слышь, говнюк. Блин, аж мурашки побежали по коже. Гребаный мазафакер. Так, окей, я, кажется... Я, кажется, понял прикол. Ну, конечно же, давай, блин. Такую музыку еще. Так, влево-влево. Это ни хера не влево-влево. Пошли в жопу, я закроюсь. Так, окей. Now to find Ada. В смысле? А где перевод там, как бы? Так, это индианка, видимо. Видимо-невидимо. Ананья Патель. 1855, Индия, Бомбей. Технический лаборант. Срок пребывания бессрочный. Это еще кто такой? Ой, блин. Без руки. Подозреваемый спящий агент. Найти подтверждающие или опровергающие доказательства. Так, стоп. А, нет, это... Ага. То есть я где-то просрал два паспорта, да? Окей, возможно, я действительно просрал два паспорта.
короче, наверное, здесь мы и закончим. Да, наверное, вот так вот. Вот такая вот игрушка, ребят. Элементы неожиданности присутствуют. Да, возможно, можно ожидать все что угодно и легко так пройти, пробежаться. Но когда ты пытаешься окунуться в историю, в сюжет, то, что произошло, какие-то элементы для тебя могут показаться весьма неожиданными. И тебя могут напугать. То есть это как бы все-таки страшновато немного. То есть, если погрузиться полностью, вот ты хрупкая девушка-журналистка, которая ищет свою сестру, и ты оказываешься на корабле, который на карантине, тут какие-то агенты, хрен пойми кто. Это жутковато, согласитесь. Но довольно-таки интересно, ребят. Вот, повторюсь. Данная игра до 16 апреля, примерно до 6 вечера по московскому времени, в Epic Games Store бесплатно на раздаче стоит. Вместе, конечно, с другой игрой, с Шерлоком Холмсом, но я не знаю, она будет вам интересна или нет. Или да. Кто знает. Напишите в комментарии, как вам данная игра. Если хотите продолжение, будет продолжение обязательно. Вот. Конечно, не на стриме, потому что игра 19-го года, она тяжеловата, я бы сказал. Все-таки для стрима. Вот. Но мне кажется, будет интересно пройти хотя бы чисто на летсплее. Вот. Но решать вам. Пишите в комментарии. Вот. Ставьте лайк, если вам понравилось. Дайте мне обратную связь, чтобы я понимал. Вот. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, добавляйтесь в друзья. А с вами был Red Los Mertos. Всем удачи и всем пока. You make my heart beat super fast.